Итак, закончим этот чудесный вечер. Игрой врач удачи Риндадати. В прошлый раз мы закончили на том, что внезапно открыли возможность, и даже, можно сказать, необходимость убить самого Риндадати. И тем самым перейти к действительно бесконечному режиму, где с нас больше деньги не взимают. В этом режиме можно будет открыть в дальнейшем все ачивки. Но, мне кажется, этим все не кончается. Да, есть сохранение в бесконечном режиме, но... Да, я уверен, я хочу начать новую игру. Итак, 6-й этаж. То место, где мы еще не были. Потому что у нас 10-я аренда будет стоить на 25 монет больше. То есть уже не 777 монет, а 700... 802. Мы получаем меньше жетончиков удаления из электронной почты, что плохо. И снова начинаем игру с одним лузером, что будет занимать нам одну ячейку. Половину игры, пожалуй. Давайте начнем. Вначале все просто. Как всегда, получаем одну монетку. И надо за 5 вращений превратить ее в 25. Каждый из базовых символов дает нам по одной монетке. Поэтому, я думаю, с этим проблем не будет. Можем заодно немножко пойти вперед, взять себе, например, золотую рыбку. Давайте возьмем... Ну, ворон хорош, главное от него вовремя избавиться. Пока жетончиков избавления у нас мало. Поэтому давайте возьмем якорь, потенциально он может принести больше денег. Так, шахтер — это всегда неплохо, он так дает одну монетку, и если мы найдем руду, сможет принести больше пива или пчелку. Пиво нужно для дварфов, дварфы у нас могут появиться не скоро, давайте пока возьмем пчелку. Возможно, пчелка может таки долететь до цветочка. Итак, 31 монетку мы накопили, платим 25, а остается 6, и теперь надо платить 50 монеток за 5 вращений. Окей, но... Мы получаем, наверное, капсулу богатства. Хотя можем пойти по проклятию. Получить проклятие воровства. Шансов 30% получить 6 монеток. Может быть неплохо. Может быть неплохо, но давайте получим просто 10 монеток гарантированно. Так, а тут надо думать. Тут говорят, что нет, надо было брать пиво в прошлый раз. Пойти по сельскому хозяйству. Давайте возьмем лейку. Мало ли. Собака, конечно, дает больше очков, если она находится рядом с людьми, но людей у нас пока мало. Только один шахтер, поэтому пока без собаки. Давайте уже потихоньку думать наперед. Давайте возьмем уголь. И, наверное, второй уголь. Сами по себе денег не приносит, но скоро можем... Ну как скоро? Не так уже скоро, когда-нибудь он превратится в алмаз. Цветочек. Ну хоть 12 монет принес. Уже неплохо. Да и пчелки будут к чему лететь. Итак, арендная плата увеличивается до 100 монет. Нужно будет нести через 6 вращений. Все больше и больше. Ну что ж, давайте возьмем себе кроличий мех. 2 монетки будет приносить, и плюс намного чаще можно найти будет необычные, редкие и очень редкие символы. О, 7 дворфов. Я тут что-то предупреждал по поводу дворфов. А вот у нас, возможно, добавить целых 7. Не знаю, зачем нам 7 дворфов. Ведь каждый из них дает всего по одной монетке. В этом плане счастливые часы вроде как выглядят лучше. Потому что выпивка будет приносить больше денег. Давайте возьмем ее. И пчелка долетела до цветочка. А вот у нас дама. Дама стоит брать. У нас будут драгоценные камни, те же бриллианты, и они будут давать в 2 раза больше. Когда-нибудь. Пока у нас есть только жемчужина для нее. И дама нашла жемчужину. Давайте посмотрим какой-нибудь предмет. Аквариум. Отлично, у нас как-то была рыбка. Рыбка теперь будет уходить в аквариум. Кролик. Кролик будет давать по 3 спустя какое-то время. Лампочка нам, наверное, пока не нужна. Нам светить не на что.
потому что пока из драгоценностей у нас одна жемчужина. Увы. Увы. Ладно, пока пропускаем. Червей пока тоже не будем. В прошлый раз мы уверенно прошли. Собрали неплохой сет из мастей. Сейф. 15 монет при уничтожении. Хорошо, но... Ну, давайте. У нас пока слишком много пустых, поэтому стоит брать вещи, которые хотя бы, чтобы нам хотя бы по одной монетке приносили. Третий уголь. 100 монет мы накопили. Да, давайте уголь возьмем. Зато у нас будет потом много бриллиантов. А друг бриллианта, как пелось в песенке, лучше друзья девушек. Так, до 150. Хорошо. И вот нам приходит первая помощь. Помощь заключается в том, что нам дают жетоны повторного хода. Это возможность переролить, то есть изменить все три плитки, которые мы получаем. Два жетончика эссенции, меняется на что-то интересное. И, к сожалению, один жетончик удаления. Анимация может проскочить, нажимая кнопку F. Полезная подсказка. Давайте, наверное, возьмем к обслуживанию, чтобы с каждым вращением получать одну монетку. И из предметов, наверное, возьмем отмычку. У нас есть один сейф, а так можно не пугаться. И можем даже убрать что-то лишнее. К сожалению, нельзя убрать лузера. Ну и пустую ячейку тоже нельзя убрать, потому что она занимается автоматически каким-то другим предметом. Но давайте мы уберем монетку. Мы получили шарик. Теперь с каждым вращением будем получать как минимум... Бу, я слово забыл. Как минимум одну монетку. Вот, это называется так. Отлично. У нас даже дух выжил и дал больше денежек. Давайте возьмем молоко. У нас пока есть киса. Может быть, киса сможет выпить молоко. Но, скорее всего, нет. Лампочка все еще пока не нужна, потому что уголь пока не превратился. Но вот уже скоро, через 8-16 ходов, он превратится. А нам надо на 3 вращения получить 90 монет. Это довольно много. Ладно, давайте возьмем проклятие жадности. Он дает по 3 монетки. Так, 29 монеток есть. Осталось получить за 2 вращения все еще довольно много. Надо по 30 монеток получить каждое вращение. Мишку взять. Давай мишку возьмем, окей. Ладно, мы получили деньги из сейфа. 42 монетки есть. 15 монеток, скорее всего, мы получим. Стоит ли нам брать большую урну? 2 монетки. Давайте молочко возьмем для киски. Вот, киска выпила молочко. Мы таки набрали нужное количество. Это было страшно. Может, мы могли не набрать. Итак, арендная плата увеличится до 225. Надо за 7 вращений набрать. И нам дают 2 эссенции за наши 2 жетончика. Давайте подумаем. Не менее 4 кроликов и меха. Тогда кролики и мех будут давать в 1,5 раза больше. Угу. Либо получить 60 монеток с помощью подковы. Так, если 3 более одинаковых символа окажутся рядом, они все время будут давать в 1,5 раза больше. Впоследствии самоуничтожается. Возьмем все подковы ради 60 монеток. И возьмем, наверное, конвейер. Символы, которые нам что-то приносят регулярно. Если мы 5 таких добавим, то с большим шансом нам будут добавлять всего. Либо... Вот, давайте возьмем кошку по имени... эссенцию кошки по имени Пицца. Тогда, когда котик выпьет молоко, у него еще одна бутылочка молока осталась, котик будет приносить в 1,5 раза больше монет. Да? Дальше. Возьмем большую руду, потому что у нас есть... шахтер. Редкий кофе. Если нечем заплатить за квартиру, уничтожьте этот предмет и сделайте еще одно вращение. Классно. Классно, и возможно стоит его убрать. Может, денег у нас плохо. Мне, конечно, очень нравится корзина фруктов. И у нас, в принципе, все идет на то, чтобы мы шли именно по фруктам. Но давайте сперва возьмем кофе.
Так, кофе нам может спасти. А, гусь. Нужен ли нам гусь? Да, наверное. А мы, кстати, с воды получили, видимо, жемчужину. Печально. Ладно, давайте возьмем игрока. Когда-нибудь мы от игрока избавимся. Ну а пока... Ну, давайте возьмем сапфир. Он свои деньги принесет. Еще один уголь. Вот, давайте рискнем. Ну, кстати, вот у нас один алмазик. И у нас 10 монеток. Это хорошо. Культисты нам пока не нужны. Класс. Давайте возьмем еще одну большую руду. Достижение большая руда дает 2 сапфира за одно вращение. Достижение сапфир. 225 монет у нас есть, кофе с нами остается. Так, арена плата увеличивается до 300, и 7 вращений на это у нас есть. Нам дали снова помощь в виде 2 жетончиков повторного хода, 2 жетонов эссенции и 1 жетона удаления. Говорят, что вот есть пасхалка. К тем играм, которые раньше делали разработчики, можно найти еще одно покрытие жадности. Оно, конечно, приносит по 3 монетки, что довольно много. Но давайте пока возьмем какое-нибудь создание бездны. И из предметов ключик из сундук. Сундук редкий. Давай. Кстати, через 3 хода мы избавимся от лузера, что хорошо. Давайте вам еще одну капсулу жульничества. Она уйдет, и с каждым вращением будет получать уже по 2 дополнительных монетки просто так. Еще один сапфир. А может что-то получше будет? Получше ничего не будет, надо было брать сапфир, но... Так, и нас вынуждают брать что-то из следующего. Давайте возьмем кроличий мех. Если повезет, то сможем взять ролик от кроличьего меха. Но пока надо брать что-то из этого. Давайте возьмем то, что уничтожится. Само. Ну-ка, у нас игрок-то есть? У нас игрок есть, значит можем взять охотника за головами, по идее. Так. Давайте возьмем обязательно капсулу удаления. Надо было зернышко, конечно, брать, учитывая, что у нас есть лейка. Да ладно, так. 330 монет у нас есть. Взять молоко? Для кошечки? Давай. А кошечка у нас уже выпила это молоко. Ничего, он еще будет давать в 1,5 раза больше. Когда-нибудь она выпьет и это молоко, наверное. Итак, мы платим 300 монет, и за жетончики эссенции мы получаем сами эссенции. Так, 60 монеток, растянутых во времени. Так, если пропустить предмет, то можем вот выбрать или добавить 2 предмета. Если пропустить предмет. Окей. Давайте. Давайте можем что-то из этого пропустить. Так, сам уничтожает 100 оплаты аренды. При уничтожении мы получаем 2 дополнительных вращения. Классно. Точно пригодится. Солнечные очки добавляет 5 жетонов удаления, если есть 3 или больше. У нас есть 3, есть 2. Можно будет. И куча компоста добавляет. 2 арбуза добавляются. Всякий раз, когда 3 символа уничтожаются за одно вращение. И символы не скоро будут уничтожаться за одно вращение. Тут вопрос. Солнечные очки хочется взять. Тогда надо будет где-то взять один жетончик удаления. И у нас их будет целых 5. Это будет неплохо. Целых 8 будет. Это мы можем избавиться от всего лишнего. Возможность вращать 2 раза. Классно. Но пока так. Ключик нам, наверное, пока не нужен. Кролик тоже не нужен. Это пропускаем. Теперь, если мы пропустим предмет, у нас уничтожится эссенция, и мы сможем выбрать из 2. Давайте подумаем. Тут все обычные предметы. Давайте их пропустим. И сработала эссенция. Это мы можем использовать за гребущую перчатку точно. У нас есть отмычка, поэтому все сундуки будут давать в 1,5 раза больше. Это хорошо. Игрок будет давать больше денег. Всякие 7-е элементы
воры и прочее будут давать, это хорошо. Керинг Кайл, конечно, тоже хорошо, но... На одну монетку больше. Камушек у нас есть. Ну, давайте возьмем загребущую перчатку. И автомат с капсулами. Классная вещь. Каждая капсула теперь отыгрывается дважды. Значит, что можем сейчас чаще получать жетончики рерола, и жетонные эссенции, и даже жетоны удаления. К слову, жетонов удаления. Сейчас у нас будет их 9. Граф Заров. Уничтожает людей, дает 20 монет за каждого уничтоженного человека. Стоит ли? Ну, он редкий. Но 20 монет всего дает. Наверное, пока нет. Давайте лучше капсулу повторного хода. Вот у нас есть 4. Сейчас нам скажут, что у тебя есть 4. И... А, мы ее не взяли. Неужели мы ее не взяли? Как? Обидно. Ладно, возьмем 7. Нет, мы ее взяли. Вот у нас 9 жетончиков удаления. И теперь можем даже убирать. Вот, кстати, у нас множитель есть, что кодик дает в 1,5 раза больше. Из того, что мы будем убирать, что нам не нужно? Наверное, нам не нужна пчелка и цветочки. Точно. Наверное, не нужен якорь. Молоко пусть котику достанется. Наверное. Так, у нас 22 символа. Ладно, давайте пока оставим. Нас вынуждают взять следующий символ. И давайте, это у нас будет лампочка. Она хорошо посветит. Ага. Возьмем, наверное, еще один 7-й элемент. 1 7-й элемент даст нам сколько денежек? 12 монет. Плюс 7,7 монет в дальнейшем. Давайте возьмем вора. Ага, и он сразу уничтожится. Даст всего 5 монет. 21 монету, то, чтобы уничтожит наш охотник. Давайте возьмем капсулу повторного хода. Есть. Котик выпил молочко. Одному было в окружении драгоценных камней. Это все довольно хорошо. 375 монеток у нас есть. Так, можем менять цвет фона и текста игры в настройках. Меню графика. Спасибо за подсказку. Видимо, есть. Говорят, ближайшие котики и проклятия дают больше денежек. И сама по себе приносит 2. Давайте возьмем ведьму. Можем получить кучу дворфов. Но пока незачем. Давайте возьмем кошку по имени Пицца. И этот котик будет давать нам много-много денег. А ведьма будет злобно смеяться. Отлично. Еще одну капсулу повторного хода, чтобы получить 7. Не, давайте возьмем вора. Вор-то сам уничтожится скоро. О, Мидос. Добавляет монетки за каждое вращение. Ближайшие монетки идут 3 раза больше. А зачем нам столько монеток? Пока не ясно. Хотя, возможно, потом я буду сожалеть. Давайте возьмем еще одного вора. Хотя, возможно, скоро буду сожалеть, и потому что вор слишком много украл. С другой стороны, пока денег нам не хватает на все. А от воров мы получим намного больше денег, благодаря множителю в 1,5. 3-го вора. Или 7-й элемент. 450 за 4 вращения мы накопим. А, давай 3-го вора. Минус 1. Видимо, тот, который только что пришел. Или нет? Так, давайте капсулу времени, один из тех жетончиков, который у нас был удален, добавим. У нас он просто охотится за ворами. Конечно, сундук сокровищ. Мы можем его открыть его автоматически с некоторым шансом. Например, как сейчас. Хорошо вышло. 201 монетку получили. Капсулу повторного хода берем. Отлично, и еще один бриллиант. И ведьма рядом с котиком. Так. Меняем жетончики эссенции на эссенции. Платим. И смотрим, что мы хотим. Уничтожается на поле не менее 4 кроликов или шерсти. Тогда шерсть будет давать в 1,5 раза больше. То есть по 3 монетки вместо 2. А серый перчик. Дает 30 монеток, когда я трачу
Давайте. Имитатор сомневается, если 5 или больше котиков расположены рядом. Это сложно. Фруктовый лед. Всякий раз, когда эссенция уничтожается, основные эффекты эссенции теперь действуют по 2 раза. Вот, давай возьмем фруктовый лед. Из этого курочка. Курочка будет давать яички. Зачем? Давайте перевалим. Бармен. Бармен дает выпивку. Давайте возьмем бармена. И... наверное, ржавую шестеренку. Хотя зачем нам ржавая шестеренка? Вот чтобы фрукты давали на одну больше. Фрукты и плод. Хотя плод. Плод вполне себе фрукт. Что лучше, ржавая шестеренка? Или корзина фруктов? Корзина фруктов действует только на фрукты. Из фруктов у нас пока одна вишенка. А вот одинаковые символы у нас... ну, 3 сапфира только есть. Может быть, в дальнейшем еще что-то. А, давай идем ржавую шестеренку. Когда-нибудь она будет работать. Ну вот, например. Еще одна жемчужина, еще один блестящий камушек. Так, взять руду, чтобы были дополнительные камушки. Или семечко, чтобы оно гарантированно выросло и дало сразу больше монеток. Давайте возьмем руду, у нас есть девушка, которой нравятся камушки. Так, еще один охотник с головами нам не нужен. Волшебный ключ, он хоть и редкий, но тоже не нужен. У нас есть отмычка. Можем взять лампочку и посветить. А можем взять уголь. И получить... третий бриллиант. Давайте, наверное, возьмем уголь. Так, дворф, наверное, не нужен. Хотя он выпивает пиво, у нас есть бармен. Ладно, давайте возьмем дворфа. Неплохо вышло. Еще один котика. Еще один котик. Нет, наверное. Давайте лучше возьмем один из символов, который был уничтожен. Да, у нас. Довольно много всяких символов было уничтожено. Если не повезет, нам дадут лузера. С этим надо быть осторожным, но понадеемся. Семьдесят 5 монеток, это хорошо. О! Изумруд редкий, дает 3 монетки. Еще одну монетку есть как минимум 2 изумруда. Давайте возьмем. О, нам дали еще одну руду. Не самое лучшее, что могли дать, но давайте попросим какой-нибудь обычный предмет. Перчик. И нам, кстати, дают 2 предмета. Надо не забывать про это. Так, кстати, игрок же у нас есть. Игрок у нас есть. Дает 54 монетки. Взять еще одного игрока? Нет, давайте возьмем капсулу удаления. Хорошо получать по много капсул удаления. Кстати, мы получили 2 предмета. Надо про это не забывать. Клетчатый флаг. Чтобы получить золото с Робина Гуда, например. И тех символов, которые плечки не используют, требуется на одно вращение меньше. И 2 монетки, только если 3 и более символов не одинаковые. То есть он почти всегда должен давать нам 2 монетки. Давайте проследим. Да, дал 2 монетки. Хорошо. Стоит ли нам давать персик? Я даже не знаю. Но, в принципе, денег-то у нас сейчас полно. Персик приносит по 2 монетки, но нужен ли нам персик? Давайте вместо персика возьмем 7-й элемент. Так, 8575 монет. Снова говорят отсылка, снова дают эссенции. Граф Заров, который позволяет уничтожать людей. Сколько у нас людей? Потому что у нас бармен есть, который дает выпивку. Есть дворф, который пьет выпивку. Граф Заров нам, наверное, не нужен. Вот рубинчик был бы неплох, наверное. Давайте переролим. А еще не лучше будет дама. Так, черная масть, конечно, хорошо, но лучше подкову, чтобы получать по 2 монетки гарантированно. Класс. Класс. Теперь давайте возьмем лампочку, чтобы посветить на те камушки, которые у нас есть. Отлично.
миллиардер вино пивает, но нам пока наш бармен бутылку вина не принес. Да и вообще как-то он не особо выходит на смену. Возьму лучше капсулу эссенции, чтобы получить 2 жетончика эссенции. И в дальнейшем получить 2 эссенции. Мы, конечно, потеряли немножко денежек, но не страшно. Давайте возьмем вино для нашего гнома. Вот котик наконец-то выпил молочко. Принес нам целых 17 монет. Молодец, котик. А давайте возьмем семя. Если что, мы сможем от него избавиться. Если он не вырастет во что-то путное. Это мы пропустим. Банан. Ну, банан такое. Давайте возьмем, наверное, молоко. И давайте, наверное, избавимся от чего-то. От вишни и банана. Вишня дает по одному. Банан дает по одному. Мишка хотя бы по 2 дает. Мишку можно оставить. А молоко будет выпито. Так, большой урон проклятия нам не... нас заставляют что-то взять. Неприятно. Ну, давайте возьмем проклятие истощения. О, 2 раза проклятие сработало. Неприятно. Ладно, берем обычную руду. А что сейчас проклятие принесло в 2 раза больше. Мы оплатили аренду. И посмотрим, что у нас есть из эссенций. Праздник бездны. Самоуничтожает поступка 5 плодов камней и создание бездны уничтожится. Можем взять лейку, чтобы зерна давали на 20 монеток больше. Вот, давайте возьмем лейку. Черный кот, если не менее 13 кошек. Ничего себе. Нет, давайте мы уничтожим сделку дьяволом, если мы не сможем вдруг оплатить. Плюс добыть на те 2 эссенции, которые мы приобрели. А давай рентгеновский аппарат, чтобы очень редкие символы себе добавить. И можем взять 5 жетончиков повторного хода. Ляпазу. Ну, давайте кучу жетончиков повторного хода. И возьмем шахту. И возьмем конвейер, чтобы больше было всего. Так. Отлично. Давайте, наверное, возьмем семя. Давайте возьмем семя. Посмотрим, что из него вырастет. Банан. Ну, конечно, банан. Давайте возьмем руду. Возможно, мы сможем добыть что-то более полезное. Капсула скуки. Нет. Цыпленок дворф тоже нет. Цыпленок капсула скуки. Давайте хотя бы лампочку возьмем. Вот, она хоть посветила. И неплохо так посветила. Так. Сознание бездны нужно? Возможно, стоило убрать. Но пока давайте все пропускать и давайте даже избавимся от чего-нибудь. У нас 5 бриллиантов, это чудесно. Плюс будет еще один бриллиант. А что же нам мешает? Банан мешает. Точно? Может, еще кто-нибудь мешает? Гном будет пить то, что будет приносить бармен. Проклятия, наверное, мешают. Давайте избавимся от проклятий. Кстати, можем удалить таким образом и предметы. Не знаю зачем, но можем же. Видимо. Ладно, это было неплохо. Но бармен так выпивку и не принес. Так, это мы просто пропускаем. Хотя сейф могу принести на 15 монет. Я думаю, мы справимся без них. О, еще один игрок. Даже не знаю. Ну, давай.
Отлично, у нас кирка. Теперь каждый раз, когда будем разрушать руду, будем получать дополнительно 5 монеток. Нет, наверное. Есть. Котик выпил еще молочка. Мишень не нужна. Уходим. Так, хочу геолога. Геолога пока не дают. Потому что геолог может съесть всю эту мелочь, вроде жемчужины и счастливых камней, которые нам уже не очень-то нужны. Так, 675 монет мы оплатили. И последняя оплата. Не, 777 все еще просит. Там же. А, там промежуточная десятая, да, была? Какая-то. Ладно. Так, когда в вашем инвентаре будет больше 20 символов, не каждый символ будет гарантированно появляться. Это мы знаем. Дух. Груша. Комик. Ничего из этого нам не нужно. О, фермер. Фермер-то неплох, но, наверное, нет. Шулер. Давайте хотя бы рубин возьмем, может. Давайте рубин возьмем. Корзина фруктов. Возьмем корзину фруктов. Мало ли. Странно, конечно, и нелогично. Учитывая, что у нас много драгоценных камней. Пропустить. Хотя там был апельсинчик, который давал нам деньги. Ну а да, мы почти полностью окружены драгоценными камнями. Хорошей. Охотник с головами нам сейчас не нужен. Пропускаем. Отлично. Шестой алмаз. Полагаю. Давайте возьмем большую руду. Даже ничего не синергирует. Так, ныряльщик сможет нам убирать жемчужины. А жемчужин, между прочим, у нас целых 5. Если это 5. Может, больше. Давай. Хотя тут капсула предмета. Но ныряльщик редкий. Давайте ныряльщика. Ой, как две дамы расположены. Хорошо. Получить 5 или больше бриллиантов. Достижение получено. Достижение, соответственно, называется бриллиант. Тут мы все пропускаем. Еще на жемчужину. Хорошо. Ныряльщику будет что брать. А пока давайте возьмем капсулу предмета, чтобы получить 2 обычных предмета. Возможно, получить 2 символа еды. Да. Капсулу времени. Давайте рискнем. Посмотрим, что у нас здесь. О, давайте возьмем вино, наверное. И 7-й элемент. И 7-й элемент. Хорошо. Вносим 777 монет. Спасибо, что внесли последний платеж. Жилой комплекс становится товариществом. Нас хотят выселить, но мы говорим нет, покончим с этим. И необходимо 750 тысяч внести через 10 вращений. И 750 урона нанести нашему рабовладельцу, арендодателю, прошу прощения. А, 1000 монет, у нас уже 1000 монет есть, поэтому можем особо не пугаться. Так, сенсу удобрения. Самоуничтожается перед тем, как семя начинает расти. При уничтожении семечка гарантированно вырастет в очень редкое. А очень редкое у семечки это либо арбуз, ну это только арбуз. Как бы тут вариантов нет. Забавно. Либо посудочную моечную машину можно взять. Давайте возьмем посудомоечную машину, даст нам кучу жетончиков эссенций. Плюс транспортир. Символы в углу считаются прыгающие ко всем символам. Это хорошо. Это хорошо, я думаю. На деньги пока можно не тратиться. Но... Боже. И редкие, все классные, но монетки просто так нам пока не нужны. Шеф. У нас, ну хотя вино дает больше, пиво дает больше, но наверное нет, пропустить, хоть они и редкие.
солнечные очки приносят 1-2 точки ударения за каждую попытку, если у нас есть 4 точки ударения или больше. Класс. Куча точек ударения, можно потом построить то, что надо именно для нас в конце. Дает, может, мех кролика за каждые 10 вращений. Кролик и мех в левом вертикальном ряду дают 2 раза больше. Нет. И кролика добавляют мех. Нет, все же берем солнечные очки. Они будут каждый раз давать нам жетончик удаления. И это чудесно. 61 урона тебе нанесли. Давайте золотую рыбку. Она спрячется у нас в аквариум. Будет давать нам дополнительно одну монетку больше. Так. Возьмем еще одну золотую рыбку. Вступает в силу следующий пункт, написанный мелким шрифтом. Говорит, двор выдают в 2 раза меньше монеты. Гильотина не действует, лучше сдавайся. И это мы еще посмотрим, кто из нас будет сдаваться. Так, пятигранные кости. Пятигранные кости позволят нам избавиться от игрока. У нас 2 игрока есть, по идее. Но пока, я думаю, не время. Давайте капсулы эссенции. Получим 2 эссенции. Вступает в силу следующий пункт. Очень редкие символы дают на 1 монетку меньше. Нельзя включать-выключать предметы. А ныряльщик дает в 2 раза меньше. Ах ты ж хитрюля. Ничего. Мы ныряльщика нашего откормим до нужного значения. А тебя победим. Монетки нельзя уничтожить и убрать, говорит. Нам будет дебафы так вешать каждый ход, пока не погибнет, да? Ничего. Тебе недолго осталось. 139 всего-то. Так, большая руда. Алмаз дает на 1 монетку меньше. А ростки не растут вовсе. Это жестоко. Но мы справимся. Мед. Давайте поменяем. Ой, глобрюх, предмет возьмем. Перчик дает на 1 монетку меньше. Меньше. И лимонный перец. Ну окей. У нас есть красный перец и обычный перец. И мы тебя погнали. Мы победили в игре на 6-м этаже, получили достижение 6-й этаж. Все окончено, товарищ. Спасибо за ваш упорный труд и настойчивость. Ваш арендодатель был пронзен стрелами. 7-й этаж открыт. Теперь это наш дом. Мы можем играть в слот-машину и не беспокоиться об аренде, но если захотим, всегда можем найти нового арендодателя. Это была лишь одна битва против капитализма, но эту победу мы не забудем. До свидания. И можем продолжить в режиме бесконечной игры. Но я благодарю всех за просмотр. Спасибо. И увидимся.